почему-то я не поверю, что ты хочешь. Драйв только в последний момент, допустим, там чистый, а там типа висеть. Да. Чистая лига. Ну, я на трилоге, блин, как весна, чисто. Ноги не помню. Нету. Помашите ручкой. F4 скины, я вряд ли сделал вообще. F4 скины, это вот на рейсе. Я мог бы, типа, купить 4. Не хочу вставать. Мне надо было отлично играть. Капец разводки, да? А чё, это не парится, да, орбиталка эта? Давай добивай его, о, нормально. Это лучше, чем подбегать в футбол. Лучше, чем подбегать в жир. Потому что я не получаю. Да, я, конечно, не рекомендую все время просто играть планчером. Я не об этом говорю. Но заставить меня, как бы, знаешь, аккуратничать, просто так бы я не махать, ну, стоит. Особенно, если я просто на жир, знаешь, то есть вероятность, что ты, во-первых... Я их еще снимаю. Ну а вдруг там какой-то левый леет, а так сразу увидел, видно то, что хигем. И армянин. Они чисто на фокусе играют, потому что просто чисто боками играть очень сложно. Если ты не живешь, то не живешь в Корее, не кажется. Всем разводки еще подключили каким-то ревотным вопросом. Это чисто на ринарице. Ну вот, и мы из Это не спал на метр, да? А там флоут был, что ли, да? Ну, что,
смерти же тоже трогаешь. Во смерти в ауторе другой, там ты только будет полтежа. Ты сразу же бал теже, как в Т6. А, типа, да, ты смог комбар, что ли? Смог комбар. Как будет, наверное, там анимация прикольная, такой замочек подкидывает. Да, да, еще замедление времени. Да, да. Интересно, что со Сим взял? Это у него тоже. Ну, хиппингейджер встал. Да. Но если ему оставят все контр-хиты, я еще хиппингейджер, то... Мы там вчера убрали, там я долго знаю. Его покинь, с вами фрэк, хиппингейджер. Не, ну, кстати, если ансейв, типа как у Джин один пиздло. Таким B1. Ой, что-то не запанишил. Мне кажется, это просто это и V1. Нет, ну V1 это... Ну да, понятно. V1 сила, это как электроконсоль. Ну да, там хитбокс удара лютый. Я с Гусейном играл просто, а вот с Героем, ну я играл, но если бы ты побольше, не знаю, менее аккуратно играл, короче, мне кажется, шансы больше было. Невозможно. Ты ВСВО успеваешь панчить до 3 блока? А все до 2? Все нормально. Да, ну конечно, там план. Да, можно все. Не успеет там самому. Если прям идеально, но я там бы сейчас бы я бы с один лазил. Там просто там может быть такое, что если я буду среду, и мне просто правый скажу. Уху, нормально. Блин, второй матч был близко. В конце капец. Мне вот эту серию один раз, блин, надо было закончиться. Надо было. Ты бы взял бой там. Он Sonic Fang тогда делал, и там собаки пели, все. Конечно, больше. Я же собаки пели не умирал. Я ожидал, что ты там третий удар будешь все время дакать, а ты вообще типа не дакаешь, что мяжи. Ну да, да. Типа, я думал, ты так меня миксами же моментально, бля, держишь. Не, я же говорю, я стараюсь, но давно не играл. А там тебе нужно после двух ударов назад держать, чтобы твари было, как или что? Или ничего не было? Просто там третий удар есть, там серия из 4 ударов, вроде начинается. Но... Третий удар, он хари. Это я понимаю, а как ты паришь? Делаешь 2, 1, потом? Нет, если ты вообще этот третий удар влезаешь, чтобы ему удар, абсолютно любой, лок, неважно, там собаки, там собаки пели. Там третий удар именно так нахуй. А, не дотянулся, чё? Ну ладно, убил. Короче, я слишком себя переоценил, слишком тебя переоценил. Ну, это тоже, да, да. По идее, первый матч поиграл. Вполне немножко упало. Что, Чингис, вчерашний Игорь хоть помогли? Да? Ну, как? Типа, все равно видишь стиль человека другого. Не такой агрессивный, да, как у меня? А что ты палку только один раз за 4 года за 30 кусков? Вот это, кстати, тоже. Вообще, скинул бы ее, когда ты уже умираешь, надо обязательно нажимать. Вот. Не важно, в какой ситуации. А что, раунд попал? На было потом. Поэтому нет, держать просто все. Когда палка каждый раунд была, да? Нет, она была плюсовая. Она была плюсовая. Потом вернули на шишку. Не вернули на 16 кадров. Не слышали. На второй раз не какой-то чарта. Вопрос. Серфайс.
О! Хорошо. Ага, я забыл, что у меня тут клуб есть. Там в ладони попадает? Ну, это так кажется, да, на самом деле. Видишь, как это? Последний раз в турнире против Тиса был так два боя играл, не получился в Дрис. Сейчас вообще не из радости его вообще. У меня, кстати, тоже такая привычка есть. Я увидел, как коленка на нем играет, я охренел, захуй. Типа он настолько жестко там мыгается и почти ничего не жмет. Не Как эмоции? Я очень много. Это было большой честью для меня играть с самым сильным геем СНГ, возможно, Европы. Мне тоже очень приятно. Сыграли этот герой. И пару фоточек там.